Ничего не меняется. Ладно, хватит на нас. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Коллеги очень. Дорогие учителя. И много уважаемой администрации. Мы рады приветствовать вас в этом теплом зале нашей любимой гимназии на столь торжественном, уютном, но совсем не официальном празднике. Так что разрешите объявить нашу стодневку, извините, в санитарную пятницу открытой. Вашему вниманию были представлены самые яркие примеры болеющих гимназистов. Так что надеемся, что ваше милосердие оправдает все их пропуски. А чтобы совершенно рассеять ваши сомнения по поводу их хронических неврозов, мы представляем вашему вниманию видео. Необыкновенную киноленту, потрясающий блокбастер, который не боится гриппа и обладает наисильнейшим иммунитетом. Внимание на экран. Вам перед тем, как вы вошли, раздали карточки с голубями. Пожалуйста, помогите нам сделать правильный сценарий этого фильма. Мы вам будем говорить, что Всегда есть выход. Запомните это.
Включаем. Thank you.
родной школы. Не переживайте, школу вы оставляете в надежном. Мы позаботимся. А теперь от имени всех 11 классов мы хотим пожелать вам удачи и терпения. Завещание 36-го выпуска. Мы завещаем вам столик в первом ряду около буфета, за которым помещается вся параллель 4-й гимназических. Также мы завещаем вам чай с лимоном за 50, как завещали нам, лучшее лекарство от всех неизлечимых болезней. Мы завещаем вам классный час. Знаете, этот классный час каждую неделю в середине дня... Ну, как жёлудь на концерте Мадонны. Павел, что он там делает? Вот именно. Мы завещаем вам... Мы завещаем вам лучшее оправдывание во время опозданий. Проспал, не зазвенел будильник, пробка, авария. Ну или сбил одноногий мальчик на скейте. Мы завещаем вам уроки трудов. Ведь именно наш учитель по трудам, взяв непишущую ручку, не растерялся и выпилил замечание в дневнике лобзиком. А также мы завещаем вам уроки русского, литовского, английского, немецкого и французского, уроки математики, физики, химии, биологии, истории, географии, экономики, музыки, физкультуры и изобразительного искусства. Мы также завещаем вам отличный способ переписываться во время контрольных и так каждый день. Это СМС-сообщение. Павел, я слышала, вы настолько скупой, что даже на номер 112 отправляете сообщение с текстом «Перезвони». Мы завещаем вам жалюзи, которые защищают нас от летнего солнышка. Да, кстати, насчет солнышка. Я вас слышал, что ты, Алина, тоже тут недавно пыталась сделать на качелях солнышко, но успела его только увидеть. Мы завещаем вам интернетные странички кратких содержаний произведений по русскому языку www.litera.ru. А также литовской литературы www.такогонет.нет. Завещаем вам картины в коридорах. Знаете, ведь картины — это отличный способ не только чтобы создать уют,